В, в этом случае ставим галочку напротив принудительное масштабирование, а затем из выпадающего меню выбираем, например, 1280 на 720. Разрешить прозрачность выбирать не нужно. Ограничить частоту кадров необходимо для тех, кто хочет стримить новые ресурсоемкие игры без лагов. Например, Escape from Tarkov, Tom Clancy и другие игры жутко лагают на стримах даже на самых мощных компьютерах. Но если выбрать в самой игре, ограничение в 60 FPS, а затем установить в OBS ограничение в 30 или 60 кадров, то картинка будет плавной. Для того, чтобы установить 30 или 60 FPS, нужно зайти в главное меню сверху, файл, настройки, Хоть Twitch и заменил флешплеер на HTML5, все равно. Для YouTube также сгодится 30 FPS, но если по читов лучше всего оставить эту опцию. Захват сторонних оверлеев, если вы хотите, чтобы были видны окна Overwolf, например, TeamSpeak, Overlay Steam и других, включите данную опцию. Вот мы и прошлись по всем свойствам источника. Захват игры. Нажимаем кнопку ОК. Если у вас один монитор, то окно будет черным. Это нормально. Чтобы что-то появилось в окне предпросмотра OBS Studio, нужно зайти в игру на пару секунд, затем снова свернуться через две кнопки на клавиатуре Alt плюс Tab, и вы увидите, что OBS успешно сделала захват. Следует учесть, что когда игра свернута, картинка в предпросмотре OBS будет заморожена или вообще может снова появиться черное окно. Снова нажимаем платформами для пожертвований в рублях Donation Alerts и Donate Pay. Евро, фунтов, стерлингов, швейцарских франков, Streamlabs, который без комиссии зачисляет деньги на PayPal. Чтобы добавить окно уведомления о донатах в системе Donation Alerts, нужно сначала зайти в контрольную панель, а затем из меню выбрать «Оповещение». Напротив ссылка для OBS, XSplit и Cast, нажимаем на кнопку «Показать», копируем ссылку и переходим в OBS. Снова под источниками нажимаем плюсик и выбираем «Браузер Source». Сразу даем правильное название нашему источнику Donation Alerts и нажимаем «Ок». В графе URL стираем OBS Project – а затем вставляем нашу ссылку правой кнопкой мышки «Paste». По умолчанию все источники появляются в левом верхнем углу. Я обычно окно с донатами размещаю посередине, сверху, на самом видном месте. Вы же можете перетащить его куда угодно, а также уменьшить, как это мы делали с логотипом. Чтобы проверить, работает ли окно с уведомлениями о донатах, нужно вновь зайти на сайт Donation Awards и в меню слева выбрать «Оповещение», а затем нажать «Добавить тестовое оповещение». Через несколько секунд должно появиться тестовое оповещение. Итак, мы добавили игру, логотип нашего канала, а также уведомления о донатах. Если вы стримите или собираетесь стримить на Твиче, то я рекомендую подключить бесплатный сервис Streamlabs, с помощью которого вы будете получать не только уведомления о новых подписчиках, но и о донатах в долларах США. После подключения данного сервиса мы пишем Streamlabs и нажимаем ОК. В разделе URL Project, а затем вставляем через Paste адрес Box, а затем нажимаем Test Follow и ждем несколько секунд. Работает. Теперь проверим уведомление о донатах. Нажимаем Test Donation. Отлично. Некоторые предпочитают пока чат твича или ютуба прямо на стриме. Я всегда считал это плохой затеей, потому как иди, идет дополнительная нагрузка на изображение. Зрители так видят эти полоски, лого, полоски доната, все эти прыгающие зайчики, кошечки, еще и чат. Плюс ко всему, гадости, оскорбления и тому подобное будут появляться прямо на стриме и это уже никак не отмодерировать. Если это вас не не смущает и вы по-прежнему желаете добавить чат на стрим, тогда нам нужно установить плагин чата сначала на Твиче для OBS студия. Существует множество плагинов и сервисов, наиболее популярные из которых CapChat. Заходим на сайт разработчика, ссылку вы можете найти в описании под этим видео и нажимаем кнопку. окне не нажимаем никакие зеленые кнопочки, потому как у нас уже установлено OBS, и нажимаем кнопку Next или Далее. Нас попросят ввести имя канала на Твиче. Давайте заполню все это вместе с вами. Ставлю галочку напротив Fade, чтобы старые сообщения автоматически плавно пропадали. В поле чат Fade Let Можно установить значение в секундах, сколько сообщений будет висеть у нас на стриме. Я оставлю 30 секунд. Если вы начинающий стример и у вас мало зрителей, то лучше всего увеличить это значение, скажем, до 100 или даже до 200 секунд. Напротив Show Bots галочку не ставим. Сообщения ботов чата нам не нужны. Prevent clipping там тоже ничего не надо выбирать. А вот под чат theme. Нужно выбрать оформление чата под свой канал и под игру. Я выбираю Light и нажимаю кнопку Next. В следующем окне у нас появилась ссылка на плагин. Копируем ее и нажимаем Next. Для особо продвинутых пользователей откроется опция модификации нашего чата. Если вы разбираетесь в CSS, то именно здесь вы сможете стилизировать ваш чат. Я ничего не меняю и нажимаю кнопку Next. Вот и вся настройка плагина чата на Твиче. Теперь давайте подключим наш чат к OBS. Под источниками снова нажимаем на... плюс и выбираем браузер source даем имя нашему источнику чатик и нажимаем ОК. OK. в поле url вставляем через paste ссылку кап чата и нажимаю, нажимаем ОК. OK. обычно чат выводит на стриме справа или слева если вы собираетесь стримить на YouTube и, соответственно, хотите показывать чат YouTube на стриме, то для этого нужно в источниках OBS нажать на «плюс», а затем выбрать «Браузер Source. Даем название источнику «Чат YouTube», а затем нажимаем «Ок». Теперь заходим к себе в контрольную панель на YouTube. У меня здесь все на английском. Это не страшно, ведь расположение меню и значения одни и те же. Справа из меню нажимаем на прямые трансляции. Затем внизу, напротив Live Chat, нужно выбрать ⁇ Открыть в новом окне ⁇ Копируем URL или адрес нашего чата сверху. Вставляем полученную ссылку в свойство нашего источника OBS. Теперь, чтобы окно чата выглядело более-менее адекватно, его нужно настроить. Сначала устанавливаем значение... значение width. Это ширина. Ставим здесь 320. В height высота устанавливаем 420. Напоминаю, что размер чата мы сможем отрегулировать позднее, прямо в окне предпросмотра. Помните, там такие уголки по бокам. Теперь нужно добавить стили или CSS. Заходим на мой сайт, ссылка в описании под этим видео и копируем из браузера полученный код. Просто выделяем весь код, а затем нажимаем Copy. Теперь нужно скопированный код добавить в окно OBS, напротив CSS. Вот так. Просто делаем пейст. В левом верхнем углу появится наш чат ютуба. Давайте что-нибудь напишем у себя в чате. Смотрите, все работает. Итак, мы добавили игру, лого, донаты, уведомления о подписчиках, а также чаты твича и ютуба. Последний штрих в нашей сцене, пожалуй, самое важное, что вообще есть на стриме, это вебка. Вы, конечно, можете стримить без вебки, но знайте, что стримы с веб-камеры набирают больше зрителей. Под источниками нажимаем на плюс, а затем выбираем устройство захвата видео. Обязательно даем название новому источнику «Наша вебка» и нажимаем «Ок». Устройство «Подключенная веб-камера». Если камера не видна, значит она либо не подключена, либо не установлена драйвера. Под разрешением частотой кадров нужно выбрать пользовательское. Затем в разрешении выбрать 1920 на 1080. Это Full HD. Если ваша камера поддерживает 1280 на 720, выбираем 1280. Частота кадров или FPS согласовывать с выходной частотой кадров. В левом верхнем углу появится на... Так, <coughs> Раз, раз, раз. раз. раз, раз, раз. Кнопку ОК внизу. Ну что, друзья, мы создали интро-заставку нашего стрима, основную сцену с игрой и заглушку. Теперь пришло время пройтись по расширенным настройкам видео, которые будет транслироваться на Twitch или YouTube. Из меню сверху выбираем файл настройки расширенные. По дефолту, у нас будет установлен средний приоритет процесса. Ничего там не меняем. Также оставляем рендер.